Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Бравл Старс. Заходим в квесты и смотрим. У нас есть задание: выиграй бой 3 раза с бойцом 8 бит, Би или Мистер Пи. Подходящее. Так, нанесите 100 тысяч единиц урона бойцом Динамайк, Пенни или Би. Так, два задания уже на Би. Выиграйте бой 5 раз с бойцом Мортис, Карл или Макс. Ага. Броубол, блин, броубол я хочу поменять, ребят. Я хочу поменять его. Вот, вот, захват кристаллов, то, что нужно. Значит так, берем Би и идем на захват кристаллов. Я думаю, что это будет справедливо, ребят. Так, да, Би, радостная ты какая. Давай-ка мы тебя немножечко, немножечко прокачаем, чуть-чуть, совсем маленько. А за что, ребят, вот это дается? Я никак не могу понять. 750 чего нужно набрать? То есть 300 вот это вот. Что это? Ранг или что? Чуть не помню. Ладно, неважно, ребят. Не нокаут мы берем, а берем с тобой захват кристаллов. Поехали. Зато еще надо будет нам 100 тысяч единиц урона нанести. Ну и плюс выиграть поединки. Я надеюсь, сегодня пройдет игра без багов, лагов и тому подобное. Хотелось бы мне. Хотя черепашки-ниндзя сегодня меня просто поразили. Ребят, 3 раза за игру вылетел. Смотри, Пайпер. Оу, не команда тут противная. Мы опять в меньшинстве, что ли? Почему нельзя отбежать от этого дебильного удара? Я никак не могу понять. У нее что, самонаводящийся, что ли, снаряд? Или что? Ну и фиг ли ты взяла, Пайпер, блин. Так, шлепнули, да? Давай этого була. Ну, Була, да куда ты там прыгаешь, блин? Так, 5 кристаллов у нас, 4 кристалла у них. Да ну! Варина. Да чё ты тут прыгаешь? Ты иди туда в бой, дебилка, блин. Или дебил, я не знаю. У них 9 кристаллов, ё-моё, давай забирать их. Ну, грохнули там, блин, у них 10 кристаллов, ребят. То есть это я им принес кристалл, да? В копилочку. Да чё ты прыгаешь-то? Понятное дело, что они сейчас, ребята, будут делать здесь. Бля, пипец какой-то, но... Да хуже не придумаешь, друзья мои. Тут уже все. Они будут стоять возле своей территории, и ничего он уже нам там не поможет. Давайте по чесноку. Куда ты пошел, а? Этот ублюдок запарил уже просто, блин. Стоит там в кустах, блин. Тварь. Блин. Пайпер могла бы, блин, прыгнуть туда своими бомбочками, блин. В конце-то концов, блин. Блин, я и не успел. Подожди, я что-то не понял. У нее было 8 там самоцветов. Такая стоит. Странно. Короче, Пайпер тупая. Она могла бы спокойно туда залететь, кинуть свои 4 бомбы и все, их всех там сразу закосить. Но нет же. Нет же, ребята, ходила там, шоркалась рядышком да около, ничего толком не делала. Даже обсуждать это не буду. Даже, ребят, не буду это обсуждать. Карлуша, ну... Би кул, би кул.
Он даже не догнал его, да? Он даже не догнал. Так, ну ладно, у нас 5 кристаллов. Я надеюсь, мы сохраним эти 5 кристаллов. Так, 6 кристаллов. Я пойду здесь постою. Подлечу немножко здоровья себе. И опять сигну в бой. Так, 9 кристаллов. Ну еще кристалл ждем и... Все, друзья, уходим. Розу сейчас чпокнем. И можно, в принципе, здесь стоять. Отлично. Ну, тут по-толковому все произошло, ребят. Без тупизма, так скажем. Погнали дальше. Эпик. Честер. Ну ладно. Честер так Честер. Погнали дальше. А что за Честер, кстати, ребят? Что за Честер? Честерфилд? Так, по-моему, долго ребята искали команду. Нет, нормально все. О! Кстати, мне за нами мистера Пи же нужно еще поиграть. Или у нас... А! Я выбрал Би. Мистер Пи у нас отдыхает сегодня. Ну, нормально. Но он в нужном месте поставил, ребят, своего этого колокольчика. То есть он сейчас им будет так на мозге компенсировать. Достоялся, хмырь болотный. Они все стоят и тупят именно там. В своих кустах ныкаются. И думают, это хорошо так. Как-то как с детьми. Просто чу-чу-чу-чу, все. Одиннадцать настрочил, ничего себе. И тем не менее, не нанесли мы нужного количества урона. Ладно, это дело, я думаю, поправимо. Погнали. А Би у нас, по-моему, не 10 уровня, да, еще? По-моему, нет. Так, краб, Эдгар, а у них пес, парень шариками плюс кольт. Креветка пошла, как всегда. Чё? Чего сейчас было? Так, псина там, ребят. Псина тут прячется. Он завалил этого пса, отлично. Так, это я заберу. Последний, ребят. Все. А этот пес какой-то не очень хороший, друзья. Mm-hmm.
Эдгар, да выделывался. Эдгар отомстил, психанул, отомстил. Да? Прекрасно. Так, мы, по-моему, сейчас тебе аж целых два задания выполним. Такие туда бежим. Даже три задания выполнили. Ну, неплохо. Значит, билетик у нас будет, да? Даже два билета. Это круто. Так, 1000 монет. И плюс у нас звездочка редкая. Так, 100. 100 кредитов у нас корячится. Так, друзья мои, ну что, у нас... Ага, вау. Вау. А, это только с Бравл Пасом. Я уже хотел сказать, нифига, у нас тут задание-то на... Значит, бойцом Мортис или Карлом. Или Макс. Я, наверное, возьму Мортиса. Нокаут или дуэли. Нокаут или дуэли. Ну, наверное, нокаут возьмем. Нокаут и возьму я, наверное... Слушай, может быть, Макса взять? Или Карла? Давай, наверное, возьму Карла. Тысячу. А что у него тут есть? Следующий бросок кирки оставляет шлейф горящих камней. Прикоснувшись к ним, врага охватывает огонь, нанося 592 единицы урона в секунду. Понятно. Во время следующей атаки Карл переносится в место, до которого долетела его кирка. Мне кажется, лучше шлейф, ребят, оставлять. Огненный. В общем, берем Карла и бежим в нокаут. В нокаут, да? Попробуем, ребята, здесь выполнить тоже два задания. Но урона до хрена, конечно, нужно будет ну, давать им. Так, Карл, Динамайк, у нас какая-то команда. И Бул. Ну, не знаю, что получится, посмотрим. Ха, сидят. Но он спалился. Булт сидит там тупорылый. Вообще ничего не делает. Убил. Убил. А, один на один. Ха-ха-ха. Интересно, кто сможет победить? Ну, есть наша. Наша команда взяла. Я забыл, что здесь, ребята, до бойца идет. До последнего бойца у нас. Динамайк, ну уйди, у тебя здоровья нет, ни хрена, ну. Кого-то шлепнули, да? У нас Була. Он попался, ребят. Если я с вертушки выкачу, например, что будет? Черт, ага, есть. Так, МЗХ. Будем ее брать. Готово. Это да, это был такой бой у них. Так, выиграйте бой 5 раз и победить врага. Блин, 15. Хрен с ним. Так, соточка, да? Подожди, я все-таки гляну. Выиграть, подожди.
А, ну да, в нокауте. Ну ладно, вот, вот два задания, ребят, которые у нас идут, в принципе, основные. 15 врагов уничтожить и выиграть 5 раз, да, получается так. Но все, ребят, это уже фейл. Вот я сразу говорю, вот как только вижу вот эту хрень, ну тут проигрываем. Тут проигрываем, ребят, потому что, ну, это здесь... Ё-моё, Фрэнк. Тупорылый Фрэнк. Все, я один остался. Ну, с такими тормозами, конечно, мне только играть, ребят. Долбанный Фрэнк. Как он достал, а? Бред. Да не, так невозможно играть, ребят, ну... Да, Пайпер, сдавайся. Ты уж бесполезный. Не то, что даже раунд бесполезный. Когда начинаешь играть с такими багами, лагами, естественно, ничего нормального не получится. Причем ни одного не подбил. Но... Ну, сейчас нормально. Я не знаю, с чем связано, друзья мои. Так, у нас это Пайп... Блин. It's night game. Пайпер пошла туда. Ну, в принципе... Фига он там накидывает. Так, я сейчас хильнусь. Кого-то под... нашего подбили. Пайпер, я тебя спас. Выиграли. Пум-пум-пум-пум. Зачем вы туда встаете? Я никак вот не могу понять вот этого. Ну вот, еще минус один. Ну, идиот, ребята. А если идиот, то это надолго. Пайпер, иди сюда. Вот стой тут. Вот все равно ей надо вылезти, идиотки, а. А, я просто не увидел, ребята, что один боец оставался. Я этого не увидел. Так, сколько нам еще? Раз, два, три. Три поединка, чтобы получить последнюю звездочку. Ну, 15 врагов я тут буду колупать до бесконечности. Тем более Карлом. Слушай, это та же команда, что и была у нас. Чего он там говорит? Меня зовут Карл. Я должен был это сделать. Ёпрасоты, я засмотрелся. И чего это тут у нас? А это кто такой? Закидывающий какой-то робот, блин. Так, а чё ты? Не достанет, не достает. Зона пошла. Одно неправильное движение, и хана. Я в шоке, блин. Я в шоке проиграть вот морковнику какому-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. This cannot be.
Фига себе, блин, морковник дает. Ну, ай-яй-яй-яй-яй. Ну, тяжело, конечно, было. Морковник просто двоих ушатал в одной точке. Ну, морковник, я имею в виду, это тот хмырь, который бросает морковник. Робот. Ну, просто, мне кажется, стрелку, мне кажется, намного проще его побить, чем мне. У меня-то, блин, пульнул эту свою мотыгу. И жди, когда она там вернется. А стрелку... Так, Леон, Тара и тоже Карлуша. И все как дураки. Идем в одну эту. Проверка. У нас уже одного убрали. Это же двойник. Леон. Угу. Значит, этот любитель сюда прыгать, получается, да? По-моему, ребята, это двойник был. С лолипопом, с этим. У нас один и у них один побит. Это двойник. Это все двойников своих отправляет. В плане? Как, какого хрена? Как он меня? Ну и как ты тут, Барри, будешь с ним бомбиться? С этой Тарой? Она тебя сейчас ушатает. Да. Я одного не понял. А меня-то как подбило. Я сбежал этой фиговины. Вот в чем проблема-то вся. Стоят, короче, да? Блин, этот пипец. У них один остался. Так, давай накупим здоровье тогда себе. У нее здоровье побольше. Ну зачем ты лезешь-то? Ну ебанько, блядь! Дуралей! Дуралей! Просто чмошник! Просто чмошник! Что я могу еще сказать? Он стреляет, и этот бежит именно туда, куда тут стреляет. Нет, чтобы назад отвернуть, блин. Тут за Карла любители тут поиграть, я смотрю. Да заткнись ты со своим Карла Нейм, блин. Как-то вот не до тебя сейчас. Что там происходит? Он один остался? Нет, их двое еще. Снарядом, рядышком. Я туда прыгну, это будет плохо для меня. Да, ну тут как-то их вообще размолотили. Моментально. Капитально.
Так, мне нужно еще два боя выиграть и уничтожить девятерых. Девятерых. Ну, звучит так, как будто много, на самом деле, девятерых. Но не Карлом. Карлом тяжело, конечно, здесь. Все из-за этой кирки, ребят. Ты кирку метнул и ждешь, когда она вернется. Пока на воздухе. Так, Бул. Это я не знаю, кто. И это вот псих это, да, псих этот мощный, я помню его. А как он сразу теневух-то этих выпустил? Что за... Что за фризы? Он один там остался, да? Нет! Нет, блин! По-моему, ребят, сейчас игра... Она даже не прогружается. Чего? Зашибись мне на таких лагах играть, ребят. Да еще и выиграл. Да. Это кольт, что ли, блин? Это кольт, ребят. У них один остался. И это, я не знаю, как это назвать. Она их снесла тогда, двоих. И кольта, и... Блин, это просто чудо. Ребят, я не знаю, что происходит. Я просто не знаю, что происходит с этим соединением постоянным. Постоянно, причем уже не только в начале. Это уже прям во время игры. Уже играешь, играешь и на тебе. Прям в процессе. Ну что это за фигня такая? И это не с интернетом, ребята, беда. Это именно вот, может быть, эмулятор глючит. Я не знаю, может быть. Ой-ой-ой-ой-ой. Леон, Фрэнк и этот пекарь тут. Но у нас два закидывальщика есть. В принципе, если... О-о-о-о. Так, печку бы нам шлепнуть. Вот об этом я и говорил. Зря он, наверное, туда прыгнул, мне кажется. Мистер Пи. Да, прыгался. Тут надо проверять все, ребят. Да что за, блин? Я хотел как лучше, ребят. Это уже невозможно смотреть. Это уже такой лаг на лаге, ребята. Я... Ну ты видел, что происходит. Просто лагает до ужаса, блин. Что-то они все кто куда. Вы завалили Фрэнка. Все так хорошо начиналось, блин. У них остался Фрэнк и я. Фрэнк и я. Зашибись, ребят. Ну вот скажи, как он, ребята, суперудар свой сделал, а? Ну как вот он суперудар свой сделал? Есть... Ты видел, блин, мне, чтобы его пробить этой киркой, блин, это сколько мне нужно, блин, раз... Да? Сколько раз мне пришлось кирку бы эту кидать, блин? Сколько раз, блин? Три раза как минимум. Тормоз этот неповоротливый Фрэнк, блин. Так, у них вот опять закидывальщик есть. Этот краб, который стреляет в разные, блин, стороны. Вот зачем он туда вот прыгнул, опять же?
Ну это пипец. Я засмотрелся и... Сейчас Динамайк распетрушит. Ворон, ну не умеешь играть, нахрен ты берешь этого ворона, если ты не умеешь за него играть, ни хрена, блин. Объясни мне, блин. Готов, хмырь. Доныкался там. Карл там из себя робота изображает, что ли? Где этот гаденыш, а? Как ты думаешь, куда он пойдет? Откуда он пойдет? Динамайк сидит в кустах. Ты понял от нее стратегию? Я думаю, здесь ничего сложного нету, ребят. Короче, пора здесь нафиг завязывать с этим делом. Зона пошла. Ребята, у меня есть супер удар. No! Есть. Раскатали. Я, кстати, в первый раз вижу, чтобы так долго катка шла, ребят. Просто до появления тумана, и все выжили. Так, нам нужно победить еще, ребят, одного врага. И, так, мы получим сейчас звезду сверхредкую, 100 монет. Плюс за выполненное задание. Ага. И вот как раз мы с тобой последнее задание выполним в нокауте. У нас два задания есть еще в ранговом бою. А, нет, одно задание, ранговый бой, 5 раз. Ну, поехали, последний разочек. Ну, тут же не имеет значения, да, где? А, нет, имеет. Нокаут или дуэли. Слушай, а он у нас... Давай мы возьмем с тобой, знаешь, кого? Би, наверное. Или же можно взять нам, знаешь, кого? Вот этого парня. Он у нас, так скажем, новичок. Может быть, он для этой игры создан, да? Посмотрим. Он же кто у нас там? Охранником, да? Дуэль, нокаут. Сейчас будем закидывать бомбами. По возможности. Так, шарик. Ага, ага. Шарик, единорожка. Ну, посмотрим сейчас, как пойдет. Минус один. Че, думаешь, он там ныкается? Ну, тут запинали. Не хватает тут урона ему. Пеу, пеу, закидывает, забрасывает. Но с шариками тоже красавчик. Рация как бомбочка. Прикольно. Ну чё, получаем награды, ребята. И, наверное, на сегодня будем закругляться. Билетик нам дадут же еще, да? 100 кредитов, насколько я помню, здесь должно быть. 450, а нужно 1090. Дофига.
Ну что ж, дорогие друзья, неплохо повоевали. Увидимся тогда с вами в следующей серии и продолжим играть в Бравл Старс. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.